И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю снимать для вас ролики, и на этот раз я бы хотел зацепить такую информацию, которая, возможно, поможет многим, как бессмертный сейф, неразрушаемый сейф, хранилище и так далее. Как из прошлого подобного ролика обучения, вы могли знать о том, что есть у нас такая штука, как система домов. В большом доме у нас есть столы и так далее, которые мы потом когда-нибудь разберем. А в маленьком доме у нас есть кое-что другое. Как вы прекрасно понимаете, вовнутрь я войти не могу. Я об этом уже рассказывал. Но если зайти сюда, кстати, я не говорил, но можно установить ранг на вход и, допустим, повысить ранг и так далее, и уже непосредственно в самом доме здесь мы можем устанавливать ранги для определенной группы. То есть создаем группу, и, допустим, для этой группы там не может что-то делать. Но заходим в дом, и вы прекрасно понимаете, да? Здесь у меня хранится лут. Как мы прекрасно видим, 300 слотов. 300 слотов этого нам вполне будет достаточно для соло игры. И здесь мы можем хранить уже абсолютно все, что нам интересно. Оп, и светло. Так как в дом зайти нельзя, то я просто взял и за домом поставил пару костров. Ну почему бы нет? Если люди будут пользоваться, то пускай пользуются, если не будут пользоваться, то мне как-то пофигу. Но пара костров — это вполне неплохо. Поставил один, но второй нужно было по квесту. Опс, откатило. Вот, второй нужно было поставить по квесту, поэтому я как бы его и поставил. Но, я вас уверяю, до этого шкафа вы никак не доберетесь, если это не ваш дом. Поэтому, как видите, хранить здесь можно абсолютно все. Как я уже говорил в прошлом ролике, аренда здесь стоит 30 монет. Добыть 30 монет в условии, что можно лутать бочки и добывать оттуда монетки, очень довольно-таки легко. При всем при этом, конечно же, стоит учитывать, что вы не один такой, и люди лутают бочки. Но когда поправят NPC, будет, я думаю, намного легче. Я надеюсь, что их рано или поздно поправят. Собственно, почему нету NPC? У меня тоже есть отдельно видео. Оно так и называется: где найти NPC и почему их нет. Вот, поэтому, как бы, если вас интересует данный вопрос, почему и зачем, то милости просим. Ссылочка, я думаю, у меня будет в конце видео на экране. Да. Собственно, про склад я рассказал. Я играю на сервере. Вот, пожалуйста. Люди вовсю общаются. Killing my boar? О, это что, его что ли свинка тут была? Здесь я на сезоне убивал свинку, и по ходу дела это была его свинка. Ну что поделать, бывает, она там застряла, я ей помог. В общем, о, так сказать, бессмертном сейфе, складе, хранилище и так далее, я рассказал. Если вы находитесь в трайбе, то вы можете как-то, ну то есть, если вы глава трайба, то вы можете ограничить это, то есть повышаете ранг доступа к нему, и уже люди с маленьким рангом не смогут к нему зайти, в него зайти. Поэтому все легко и просто. Остается только хранить там ценный лут и не заморачиваться. Ну, а аренда, как видите, у меня вполне проплачена. 4 дня. То есть, в целом, я уже здесь 3 раза покупал аренду. 90 монет, как вы понимаете, достались мне очень довольно-таки легко. На этом уже точно все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра. Всем пока.